Добрый вечер, дорогие друзья! Всем привет! Высшая лига клуба веселых и находчивых образца 2015 года продолжает свою работу. Напомню, на старт сезона вышло 20 команд. Перед вторым этапом, который мы начнем сегодня, их 16. Дальше больше, в смысле дальше меньше. Как в спорте, чем ближе финал, тем меньше участников, но тем нарастает, по-моему, азарт и жажда победы. Итак, мы начнем этап четвертьфиналов. Для всех трех игр мы выбрали один девиз, хорошо всем знакомый, вполне себе спортивный девиз, но в то же время он никак не может давить на фантазии КВНщиков. Просто быстрее, выше, сильнее. Итак, дорогие друзья, год 2015, высшая лига, первый четвертьфинал. Тема игры «Быстрее». Перед вами пятерка играющих сегодня команд, и под стать теме сегодняшней игры я не буду медлить, а как можно быстрее их вам и представлю. Вторую игру высшей лиги предстоит сыграть оригинальным и слегка нестандартным ребятам, команда КВН «Амичи», город Омск. Вновь в высшей лиге восточный колорит. За него отвечает молодой самобытный коллектив команды КВН «Спарта», Астана, Казахстан. Далее уже чуть более опытная студенческая команда, которая представляет одно учебное заведение, однако два различных города. Сборная МФЮА «Москва», «Волгоград». Теперь очередь представить темпераментный Кавказ, точнее, республику на Северном Кавказе, а точнее, команду КВН из этой республики. Сборная Дагестана, город Махачкала. И еще одна команда попытается нас сегодня удивить. Маленькая команда больших оригиналов. Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород. Ну что ж, вот эти команды будут сегодня шутить, набирать скорость, соответственно, теми от конкурса к конкурсу, а спокойно, но тоже не особо медля, все, что будет происходить на нашей сцене, будет оценивать наше блистательное жюри. Эдгард Запашный. Леонид Якубович. Простите, Лариса Андреевна, что не с вас начал, но я хотел подготовить аудиторию. Лариса Гузеева. Дмитрий Нагиев. Ну и Юлий Гусман. Ну что ж, теперь поторопимся, собственно, игру начинать, потому ни пуха, ни пера. Сёрту! Итак, пару слов о конкурсах четвертьфинальных игр. На этом этапе мы чуть увеличили разнообразие игровых конкурсов. Традиционно, естественно, оставили первый конкурс, конкурс приветствия. Мы решили, что наше направление вперед и только вперед, собственно, так и обозначено сегодняшнее приветствие. Ну что ж, вперед! Начинает сборная Дагестана, город Махачкала. Лучшие горы лишь в нашей республике, море для самой взыскательной публики, солнце, воздух и вода, рады мы гостям всегда. Дагестан, рай на земле,
но мечты о Москве. Наши игры в Москве. КВН в Москве. Вперед! Добрый вечер! Друзья, в апреле этого года Первому каналу исполнилось ровно 20 лет. И слово для поздравления предоставляется представителю Департамента культуры Республики Дагестан Юсупу Сахратуллаевичу Омарову. Саламу алейкум, московьянцы! Первый канал канает и дальше будет канать! Поэтому, КВН, Первый канал, будьте счастливы между собой! 20 лет не шутки, мы пьем за вас маршрутки. Ага! И все вместе! 20 лет не шутки, мы пьем за вас маршрутки! Ага! Юсуп Сахратуллаевич Омаров. Ну что, парни, вперед! Get no Ну, друзья, и как говорят эксгибиционисты, сейчас мы вам кое-что покажем. Итак, это когда-нибудь должно было случиться. Мам, смотри, я тебе зятя привела. Он же тебе нужен был, да? Как ты там говорила? Вашей маме зять не нужен. Отпустите, пожалуйста, это был словесный оборот. А свистел ты зачем? Это комбо, одно без другого не работает. Ты понимаешь, что по таким, как ты, судят о вашей республике? Вот ты откуда? С Воронежа. Друзья, вот видите, как часто о Дагестане судят по людям, родившимся в Воронеже. Не, я переехал в Воронеж, родился я в Саратове. Давай иди отсюда! Я позвоню. Get no sleep. Друзья, а теперь давайте представим. Два враждующих войска, два военачальника, у одного из которых развито красноречие, а у другого нет. Это будет славная битва! Сегодня мы окропим ваши поля вашей же кровью и наполним эти реки вашими слезами. Это мы так сделаем. Вы будете молить нас о пощаде, стоя на коленях, когда мы будем грабить ваши деревни? Нет. Да за кем вы идете? Он же даже двух слов связать не может. Могу. В атаку! Друзья, в начале нашего приветствия мы заметили, что в жюри сидит очаровательная Лариса Гузеева. И уже к середине придумали следующий номер. Итак, случай на передаче «Давай поженимся». Я Лариса Гузеева, и это «Давай поженимся». Наши женихи – Арсен, владелец автомобильной компании. Ахмед – владелец пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Магомед – начинающий блогер, живет с мамой в съемной квартире. После рекламы мы узнаем, кого же выбрала наша невеста – Арсена или Ахмеда. Get no sleep. Друзья, последнее преступление в Лихтенштейне было очень давно, и поэтому местная полиция абсолютно не знает, чем себя занять. Мало-мало молодежь! Вы что показываете, а? Да это просто номер. Да грош вам и цена за такой номер. Арсен! Да, Юсуп Сахратуллаевич. А, ты Арсен, да? Да. Объяви. Мало кто знает, но в Дагестане тоже проходят пушкинские чтения, на которых присутствует весь литературный бомонд нашей республики. У лукоморья дуб зеленый, знакомая цепь на дубе дом. Идем мы ночью, кот ученый, закон, эмоции прикрутай. А ну, Онегина, сделай.
Я вам пишу, чего же Татьяна! Боже, что я могу еще сказать? Евгений! Я знаю ваши боли, письмо! Меня презрением наказать. Get no sleep. Друзья, если за вашими спинами такие люди, как мы, то вы можете чувствовать себя абсолютно уверенно. Главное, не оборачивайтесь. Сборная Дагестана, спасибо. Официальный банк игр КВН – банк открытия. Банк открытия. В жизни всегда есть место открытию. Из каждой четвертьфинальной игры в следующий этап проходят три команды, занявшие первые три места. Вот такая простая схема этого этапа. Продолжим, шутя, двигаться вперед. На сцене команда КВН «Амичи» Омск. Здравствуйте! Тема сегодняшней игры «Быстрее», поэтому мы бы хотели как можно быстрее перейти к номерам. Итак, Рэмбо намекает дочери, что она беременна. Так, стоп, стоп, стоп! Так, стоп, стоп! Так, стоп! Так, стоп! Так, стоп, ребята, стоп! Так, стоп, так, стоп! Так, стоп, стоп, стоп! Друзья, как вы видите, мы команда с немного странным юмором. Более того, у нас еще и танцы немного странные. Танцы? Танцы? Ну что ж, дорогие друзья, все мы видели таких персонажей в темной подворотне, и каждый мечтал хоть раз это сделать. Страйк! В последнее время стало очень модным делать выездные регистрации. А у нас в Сибири это выглядит так. Лес, мороз, минус 45 градусов. Невеста, улыбочку. Смотрим в камеру. Ну как-то покучнее, встаньте. Давайте, давай, дядь Вить, поближе. Снимаю. Ну и холодрыга. Молодые, мы вам тут денежков подсобрали. В общем, на мальчика мы собрали 0 рублей. На девочку 0 рублей. На обогреватель 9200. Россия и Китай идут на сближение. Итак, представьте, перед поездкой в Россию китайская делегация решила выучить некоторые русские традиции. Слушай, а какой в этом смысл? Не знаю, я смысл потерял еще, когда мы чучело сжигали. А пойдем? Неправильно. 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 Вот так. Смотри, у меня есть самоучитель, как стать русским. Привет, мужики. Привет. А мы теперь два раза в год будем выходить на улицу и убираться. Это называется субботник. О, я не приду. Как ты тонко уловил суть мероприятия. Все, вам? Ребята, а мент уже родился? Нет. Офу! Родился! Опять кто-то родился. Да сколько можно? Нас уже и так 2 миллиарда. В России полным ходом идет товарозамещение импортной продукции на отечественную. Поэтому наших товаров стало так много, что их начали распространять по миру. И так где-то на Западе.
Hello. Hello. Would you like to buy some Russian products? Maybe. Can you show me some products, please? First, zich. Кефир. What is кефир? Ну это, молоко, milk, знаешь? Yes. What? Old milk. No. Okay, maybe you like to buy beefy dog? What is beefy dog? Ну это кефир, знаешь? Yes. What? Old кефир. No. Maybe you like to buy сушка. What is сушка? Ну это, дырка, знаешь, hole. Yes, hole. What hole? And around hole, hard old bread. Like a пончик, but without sugar. No. Так, ну. Это... What is this? Короче, патиссоны это. Маринованные. Я не знаю, как это ему объяснить. Окей, guys, please, go home. Так вот как ты заговорил, мы через весь мир приехали, а ты go home говоришь. С таким отношением всей вашей стране скоро будет кирдык. А, what is кирдык? Ну, тут я не объясню, тут смотреть надо. Друзья, ну и в конце, знаете, в Омске действительно хорошо умеет делать две вещи. Это танки и пиво. Поэтому омичи никого не боятся и всегда идут вперед. Че там, кто там, ну? Тихо. Команда КВН Омичи, спасибо. Мы благодарим правительство Москвы за помощь в организации игр КВН. Ну что ж, продолжаем выбирать быстрый путь к победе. На этот раз силами команды КВН сборная МФЮА «Москва-Волгоград». Добрый вечер! Тема «Приветствия вперед» натолкнула нас на решительные действия. Мы с ребятами вспомнили, что мы все-таки юристы. И если сегодня что-то пойдет не так, мы будем обжаловать решение жюри в суде. И для этого у нас есть адвокат, и он здесь. Встречайте! Здравствуйте, я Павел Астахов, ваш адвокат и уполномоченный по правам ребенка при президенте России. Ого, повезло ему. Кому повезло? Ребенку, который при президенте России. Так, слышим, все понятно. В чем суть дела? Ну, мы с командой хотим выиграть высшую лигу. Выиграть. И лысый тоже. Обожаю безнадежные дела. Извините, Павел Алексеевич, а вы по Первому каналу, помимо КВН, какие еще передачи смотрите? Ну, много. Программа «Время», «Человек и закон». «Что, где, когда», наконец. Кстати, «Что, где, когда» есть «Хранитель традиций». А в КВН есть такой? Конечно, Юрий Соломонович Гусман. Здрасте. Юрий Соломонович, здравствуйте. Утверждают, что вы хранитель. Значит, вы говорите «Гусман-хранитель». Изготовитель, понятно. Судя по наряду Дмитрия Нагиева, он распространитель. Надеюсь. Может, все-таки тогда сыграем в КВН? А давайте. Давайте. Дамы и господа, впервые в КВН. Доктор юридических наук и просто серьезный человек Павел Алексеевич Астахов. Случай в суде. Отдайте! Да, на, отстань! Павел Алексеевич, давайте все-таки серьезнее. Серьезнее, хорошо. Серьезнее так серьезнее. Пользуясь случаем, раз уж я здесь, я хотел бы поздравить всех с недавним юбилеем Первого канала. 20 лет, друзья мои, это срок. Это я как адвокат вам говорю. Ну что, будущие прокуроры, следователи, адвокаты, нотариусы, судьи и ты лысый. Вперед!
Ну что ж, друзья, начнем. Тема игры «Быстрее». А быстрее всего конфликты разрастаются из-за мелочей. Итак, ссора в обычной семье. Да что ж ты за муж такой, не можешь даже в стену гвоздя вбить? Ты когда последний раз мне цветы дарил? Ты даже лампочку вкрутить не можешь. Милая, ты приготовила ужин? Нет. Быстрая подготовка к любому делу не приводит ни к чему хорошему. Итак, представьте, полицейскому под прикрытием вместо скрытого микрофона прикрепили обычный микрофон из местного дома культуры. Ну что, все в сборе? Так, давай быстрее уже, тебя только ждем. Значит так, ребят, у нас в банде появилась крыса, кто-то сливает информацию. Может быть, ты? Нет. Может, тогда ты? Не я. Точно? Точно. Ну-ка, подожди. Ой, не буду горевать, буду танцевать. Я сделал все, что смог. Все мы знаем, что благодаря пробкам самым быстрым транспортом в Москве остается метро. Итак, в одном из вагонов. В последнее время по стране прокатилась волна сокращений, а быстрее всего сокращали сотрудников полиции. Итак, уже знакомая всем банда. Смотрим. Значит так, ребят, сегодня прибудет партия левых автомобилей из Германии. Нужно быстро перебить номера. Никому не двигаться, вы окружены. Ой, Леш, кем окружены? Вас сократили, ты один в отделении остался. Иди домой. Ах так? Значит, все просто. Значит, делаем так. Вот сейчас точно окружены. Да, и что они нам сделают? Сейчас увидишь. Димон! Врача! Врача! Врачи уже здесь. А что ты смотришь? Нас врачей тоже сократили. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Первому каналу 20 лет, КВН уже далеко за 50. А знаете, почему так долго существует наша передача? Потому что в КВН нет случайных людей. Здесь все умеют шутить. И жюри, конечно же, не исключение. Итак, друзья, представляем вашему вниманию первый совместный рэп. Сборная ФЮА и жюри, погнали! Утром пошел парковать я машину. Нет лобовухи, украли резину. Кому сказать спасибо за это безобразие? Спасибо новой команде, которая приехала из далекой Азии. Ведущий на поле чудес в передаче странных грибочков попробовал сдачи. Увидел слона крота в форме ромба. Потом откуда-то образовался мальчик в костюме тромба. Эстрада, футбол, продавцы, пылесосов, ЖКХ, ППС, к ним масса вопросов. Вот бы собрать их всех в одном месте. Все додики должны держаться вместе. Рэп наш совместный станет открытием. Смело пятерки нам можете ставить. Вот всех присутствующих с этим событием перво-наперво я и хочу поздравить. Всем спасибо за внимание.
Команда КВН «Сборная МФЮА» благодарит ректора Московского финансово-юридического университета МФЮА Алексея Григорьевича Забелина. Посмотрим, насколько быстрым окажутся действия следующей команды. Вперед на сцену приглашается команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород». Эпиграф. Недавно Первому каналу исполнилось 20 лет, и мы тоже хотели бы поздравить юбиляра. Ну а как принято поздравлять юбиляра? Ты проснулся рано утром от смущения рдея. Чьи шаги за дверью слышно? Поступь юбилея. Чтобы был всегда успех, чтобы успех тот окрылял, чтобы Алексей Пиманов про тебя сюжет не снял. Юбилея яркий свет освещает пусть твой путь, а что работал Галкин здесь, ты как плохое позабудь. Как повысить рейтинг, тебе подскажем сами. Разреши Гузеевой драки на программе. Тяжело всегда быть первым, чтобы рейтинг был большой. Смотришь в интернет, все плохо. Смотришь первый, хорошо. Тимур, вернемся к приветствию. Какая у нас тема? А это нам подскажет Никита Сергеевич Михалков. Так вперед. Так вперед. Работник детского сада в конце месяца за свою работу получает денежку. Давайте представим первую ситуацию. В коридоре больницы. Доктор, ну как он? А можете хотя бы коньяк с конфетами вернуть? Ролевые игры — это единственное место, где учителя и врачи улыбаются. Все к этому шло. Два работника Сбербанка в очереди в рай. Номер Е-154. Блин, у меня только К-153. Когда мы уже? Чё ж так долго-то, а? Вот когда в очереди это кричать начали, мы с тобой сюда и попали. Лена работала в рыбном отделе у холодильника, поэтому к старости нижняя ее часть тела сохранилась чуточку лучше. Давайте представим. Парень попал на машине в сложную ситуацию, но у него в телефоне не оказалось ни одного полезного знакомого. Вылазь из машины, я тебе сказал! Ты что, не понял? Кому что позвонить-то, а? Ладно, была не была, Кирилл враг. Алло. Давай дружить. Интересное наблюдение. По фотографии на афише шоу «Толстушек» невозможно понять, сколько девушек в коллективе. Друзья, у нас есть... Одна любимая передача, еще одна, это «Давай поженимся». И нам больше всего там нравится такая рубрика, как «Сюрприз жениха». Давайте представим. Давайте представим самый плохой сюрприз жениха на «Давай поженимся». Чтобы вы понимали, насколько плохой, это единственный сюрприз, который вырезали из эфира. Ольга!
Ну мы там уже это, шуры-муры за столом покрутили, а сейчас я начну тебя, так сказать, ублажать визуально. Оля, хотел начать с подарка. Эти шахматы я сделал своими руками, пока сидел в тюрьме. Кстати, в этом номере мне помогают мои дети. Вот это от первого брака, это от второго. Но люблю я их как своих. Ольга, я понимаю, тебя многое смущает. Все-таки ты козерог, а я дальнобойщик. Но в любом случае выбирать тебе, и не хотелось бы тебя пугать, но твою мать с подругой я запомнил. Спасибо. Никите Михалкову стало настолько лень снимать фильмы, что он стал просить денег у президента тупо на еду. И нам кажется довольно странным, когда киношники лезут в другую отрасль, поэтому и мы можем залезть в кинематограф. Давайте представим, режиссер принес на киностудию идеи фильмов. Здравствуйте. Знаете, есть несколько идей. Денег нет. Ой, не волнуйтесь, ничего нового снимать не надо. Мы просто слегка переделаем старое. Ну, давайте посмотрим. Итак, фильм про то, как лилипуты внутри пианино в карты играли. Казино Рояль. Нет, так нет, ладно. Фильм про человека, который в самолете возле прохода сидел, и ему постоянно приходилось вставать, чтобы людей в туалет выпустить. Трудно быть сбоку. Какой вы дотошный. Ладно, тогда фильм про водителя 17-го троллейбуса, который на квартиру в Москве заработал. Легенда номер 17. Тогда фильм про мужика, который роллы у метро купил. Ешь, молись, беги. Хорошо, тогда потенциальный хит. Фильм про спальный район Москвы, где жили очень спокойные кавказцы. Анзоры здесь тихие. Ну что, вам что, вообще ничего не понравилось? Вообще ничего. Но когда нас это останавливало, давайте снимать. Я готов, я готов. Друзья, и в конце. Многие говорят, что команда из двух человек – это странно. Согласитесь, было бы еще более странно, если бы мы были командой из одного человека. Спасибо. Команда КВН «Далс» благодарит президента некоммерческой организации «Белгородская торгово-промышленная палата» Валерия Степановича Скруга. И завершает в рамках этого конкурса размышления на заданную тему команда КВН «Спарта», «Астана», «Казахстан». Ассаламу алейкум, дамы и господа! Перед вами весенний казахский юмор! Тема игры «Быстрее». И чтобы быть быстрее всех, нужно быть умнее. И поэтому проверяем свой интеллект. Итак, ребята, быстро отвечаем на мои вопросы. Как был придуман закон всемирного тяготения? А это когда Рамштайн под деревом сидел, на него яблоко упало. Ну, во-первых, не Рамштайн, а Эйнштейн. Во-вторых, не Эйнштейн, а Ньютон. Да-да. Почему лазит Тарзан? Ну, сейчас по интернету, чтобы удалить фотографии Наташи Королевой. Правильно. Да. Рубрика на казахском языке. Хай галадан зымран ушады, а? Анджелина Джоли. Точнее? Байконур. Правильно. Спасибо. Молодец. Музыкальный вопрос. Угадайте исполнителя. Fire! А? Это просто скутер. Неправильно. Дослушайте до конца. Fire! Да ты просто сплел! По нуле прям! Да, по нуле не делай! Ну йоу! Не ссорьтесь! Ладно. Тем более тема приветствий вперед. Поэтому are you ready? Yeah! Кто
Точно, are you ready? Точно! Ты что тот раз are you ready не сказал? Я сходу иду перепутал. Все, больше не путай. Ну что, Спарта, вперед! Ла-л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 а. Начинаем! Случай! В салоне! Красоты! Ну, вроде бы все. Голову мыть будешь? Да, буду. Обещаешь? Только у нас в Казахстане до сих пор существует школа традиционного вождения. Здравствуйте. Здравствуйте. Новенький, да? Да. Садись на лошадь. Хорошо. Так. Запомни, газ это чу, ага. Тормоз это др. Ага. Опа-опа, давай-давай-давай! Это спорт-режим. Понял. Да. Ну-ка, первая скорость. Так. Чу! Спокойно, все, не торопись. Пошла лошадь, все, так. Чувствуй лошадь. Вторая скорость. Чу-чу! Хорошо, молодец. О, чу! Зачем третью скорость добавляешь? А ты что делаешь? А что это? Эй, ты что делаешь? Эй, впереди лошадь, ну-ка, поворачивай. Вот, да? Ты что делаешь? А чё? Эй, ты что делаешь? Эй, тормози! Ты что делаешь? Тормози, говорю! Тормози! Выпрыгивай! Ты что, впереди обрыв! Тормози! Все, тормози! Все, урок окончен. Спасибо. Лавочку забери с собой. Конечно. Казахские богатыри никогда не любили, когда их с кем-нибудь сравнивали. Слушайте, нас трое надо кого-то выгнать, а то мы на русских богатырей похожи. Ты себя в зеркале видел? Вообще не похожи. Я тоже за то, чтобы кого-то выгнали. А то прибыль делить неприемлемо. В процентах получается 33-33-33. А вдвоем проще 30-70. Все? Сейчас мы вообще на евреев похожи. О, ладно. Вот чем бы нам прославиться? Чтобы прославиться, нам надо победить врага. Точно! И это должен быть известный враг. Да, известный, старый, больной враг. А вообще лучше желательно, чтобы мы просто подошли и добили его. Нет, нужно совершить настоящий подвиг, чтобы про нас книгу написали. А давайте сами про себя книгу напишем. Зачем нам подвиг? Зачем нам этот посредник между нами и славой? Хорошо, давай сами напишем. Вот кого русские побеждали? Всех. О, всех. Так, победить-то некого. А кого надо? О, так и запиши. Русские побеждали всех, а казахи кого надо. Ага. Дамы и господа, в конце хотелось бы сказать... Можно я скажу, пожалуйста, в конце? Да нет, ты вечно русские слова путаешь. Ну я попробую. Ладно, если что, буду помогать. Спасибо. Красивый и узкий. Казахи и русские. Один огород. Единый народ. Псаки. Кстати. В кресле с правами обвислая поза. Если над вами нависла угроза. Мы отсидимся в чайхане. Мы не останемся в стороне. И пусть запах обременяет сосаться. И пусть Запад применяет санкции. Да. Мы разбираемся в тесте. Мы с Россией вместе. Важные птахи. Ваши казахи. Меня прет. Вперед! В наших глазах надпись «Казах», в наших сердцах это игра. Завтрашний день в наших руках. Казахстан! Аллах! Спарта, Астана!
Друзья, первый конкурс сегодняшней игры завершен. Самое время незамедлительно узнать о его результатах. И я, естественно, прошу команды быстренько оказаться на сцене. Прошу. Ну что ж, команды сделали первый рывок вперед. Насколько удачно получилось у каждой из команд стартовать, мы узнаем из оценок жюри. Максимум за приветствие 5 баллов. Итак, я попрошу судей предъявить оценки за первый конкурс первой четверть финальной игры. Итак, команда КВН «Сборная Дагестана». 4-5-5-5-5. Этот же конкурс команда КВН «Амичи» Омск. 4-5-4-4-4. Команда КВН «Сборная МФУА» Москва-Волгоград. 4-5-5-5-5. Детективное агентство «Лунный свет» конкурс «Приветствия». Все судьи высшую оценку, 5 баллов. И конкурс приветствия, команда КВН «Спарта Астана». 5-5-5-5-4. Итак, средний балл за конкурс приветствия. Команда КВН «Амичи» 4,2 балла. Команды КВН «Сборная Дагестана», «Сборная МФО» и команда КВН «Спарта» по 4,8 балла. Детективное агентство «Лунный свет» 5 баллов ровно. Продолжаем игру. Вторым будет конкурс «Триатлон». Ну, настоящие поклонники игры знают, что это такое. Для несведущих вкратце поясню. Поначалу все команды сыграют в разминку. Команда, получившая по мнению жюри, как бы низший балл, это будет 0,6, она забирает эти 0,6 и покидает огневой рубеж. Дальше команды, оставшиеся, играют в биатлон. Здесь максимум можно заработать 1 балл. Ну, давайте начнем с импровизации, начнем с конкурса «Разминка». Причем мы решили, что и членам нашего жюри сегодня есть смысл размяться, поэтому я предупредил их всех перед началом, чтобы каждый все-таки какой-то один вопрос попробовал задать командам, а они на него и ответят. Ну, начнем по порядку тогда. Эдгард, Эдгард Запашный, вопрос. Здравствуйте. Вот я не боюсь тигров. А какой суперспособностью хотели бы вы обладать? Так, быстро, не про тигров. Ну, уважаемые члены жюри, придется повторять каждый вопрос. Пожалуйста. Какой суперспособностью хотели бы вы обладать? Депутатской неприкосновенностью. Так, дальше вопрос. А какой суперспособностью хотели бы вы обладать? Не бояться вас. Еще варианты. Какой суперспособностью хотели бы обладать вы? Социальной картой москвича. Еще один ответ должен последовать. И не один даже, по-моему. Да, пожалуйста. Какой суперспособностью хотели бы обладать вы? Никогда не биться мизинцем об угол шкафа. Так, и еще один раз вопрос, Эдгар. Какой суперспособностью хотели бы обладать вы? Быстрее думать. Спасибо. Леонид Аркадьевич, твой вопрос. Вот у нас в жюри есть укротитель тигров, есть Дмитрий Нагирев, есть Лариса Гузеева, есть Юрий Соломонович Гусман. А что оригинального в вашей команде? Что неожиданного? Что оригинального? Леня, последнюю часть, собственно, что, вопрос. Что оригинального в вашей команде? Мы водолеи.
Еще раз. Что оригинального в вашей команде? У нас, в отличие от Дагестана, карта москвича есть. Еще. Что оригинального в вашей команде? Хаджи Муса, Курбан, Абу Муслим и Сергей. Хорошо. Лариса Андреевна, вопрос. Расскажите какую-нибудь веселую новость из вашего города. Ларис, вопрос. Расскажите какую-нибудь веселую новость из вашего города. У нас недавно сороки расхватали цыганку. Расскажите какую-нибудь веселую новость из вашего города. Недавно упал метеорит на Махачкалу и даже как-то приукрасил архитектуру города. Так, друзья мои, спасибо. Дмитрий, не сочти за труд. Вопрос. Наступила весна. Как, наконец, заставить себя? Мудрёно. Вопрос, Дима, повторяй. Наступила весна. Как, наконец, заставить себя? Ну, рубль же себя заставил. И еще раз. Как, наконец, заставить себя? Нужно взять и заставить себя заставить. Еще раз. Как, наконец, заставить себя? Насчет чего? Я тебе скажу, Дима, что он в чем-то прав, в общем. Спасибо. Юлий Соломонович, вы же здесь. Чего же я начал-то не с вас? Да ладно. Сейчас такой вопрос будет. Да, вот, давай. Этот вопрос серьезный, он меня очень волнует вообще по жизни. А с появлением команд Дагестана и Казахстана вообще волнует. Вот сколько в Москве коренных жителей, а сколько приезжих? Повтори. Сколько в Москве коренных жителей, например, а сколько приезжих? Ну, примерно как нас в команде по сравнению с остальными. Ну, Юлик, еще раз пробуем. Вы тоже приезжий. Сколько в Москве коренных жителей, а сколько нас приезжих? Не бойтесь, Юлий Соломонович, я с тобой. Повтори. Сколько в Москве коренных жителей, а сколько приезжих? Не знаю, мы местные. Уважаемые судьи, решите, пожалуйста, кого мы отпускаем, даем 0,6 балла и продолжаем триатлон. Лариса Андреевна, вы будете говорить? Я буду говорить. Говорите. Отправляем Омск. Омск, 0,6 балла. Спасибо. Внимание, мы переходим к следующему заданию. Конкурс «Биатлон». Пожалуйста, от каждой команды шутки. Сейчас разыгрываем 0,7 балла. Внимание, жюри. Прошу, Астана. Директора табачной фабрики утром бросила жена, но вечером выпила и вернулась обратно. Еще. Слышь, ты что такая дерзкая, а? На последнем заседании ООН Лавров, обращаясь к Меркель, процитировал Тимати. Дальше, пожалуйста, МФЮА. Изворотливый мальчик пытался убедить отца в том, что курить им задали по математике. Еще. На заметку покупателям. Хороший продавец арбузов тот, у которого попка сухая и немного вдавленная. Дальше. Нет худа без добра. На дагестанской свадьбе случайно сбили два шпионских беспилотника. Еще. Катя постарела. И к надписям в подъезде стали приписывать слово «тетя».
Спасибо. Дальше. Дальше. Пожалуйста, Филипп. Часть была настолько секретная, что Сергей мог рассказать всем только то, что он служил в сапогах. Еще. Пока усики продавщицы отвлекали, она немножко мухлевала со сдачей. Уважаемые судьи, 0,7 балла, с которыми отправляется команда, готовится к следующему конкурсу. Уходит Астана. Спарта, 0,7 баллов. Продолжаем. 0,8 балла разыгрывается. Пожалуйста, МФЮА. Очень-очень-очень одинокая бабушка связала себе внука. Еще. Недавно в Дагестане прошла спартакиада под девизом «Мама, папа, брат, 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 и я спортивная семья». Ну и Дагестан, соответственно. Слепая птица летит на ощупь. Еще. Дагестанский мужчина никому не должен три вещи. Построить дом, посадить дерево и родить сына. Так, пожалуйста, Филипп, Далс. Олег никогда не умел намекать. Поэтому на день рождения бабушки он подарил образец заявления на наследство. Еще. Хипстер так сильно подвернул джинсы, что даже его парень удивился. Уважаемый, 0,8 балла. Кому? МФЮА уходит. МФЮА 0,8 балла. И поединок. Кому 0,9, кому 1 балл. Начнем выяснять. Прошу. Спасибо. Мало кто знает, что Валуева в школе обзывали и унижали. Умирали, но обзывали и унижали. Еще. Гитина Магомед и Зубайдат потратили 60 рублей на СМС, чтобы узнать совместимость своих имен. Это не конец. В ответ им прислали 120 рублей с просьбой больше не присылать свои имена. Твой ход, Филипп. Бабушка, случайно зашедшая в секс-шоп, поняла, что сталинский режим — это еще цветочки. Еще. Именинник так сильно дул на торт, что на следующее утро стриптизерша проснулась с насморком. Шутки. Еще. Еще. Чего вам еще? Вам нравится, что я унижаюсь и говорю еще. По шутке. Ох ты. Это вам не давай поженимся, Лариса Андреевна. И тем не менее не уважить не можем. Пожалуйста, по шутке. Из-за большого количества Магомедов в классе учитель вызывал к доске по знакам зодиака. Пожалуйста, Далс. Директор Калужского мукомольного завода часто фантазирует, что он колумбийский наркобарон. Я по протоколу вынужден спросить и... Детективное агентство «Лунный свет» победили. 0,9 Дагестан, Далс 1 балл. Сумма баллов за два конкурса. Команда КВН «Амичи» 4,8 балла. Команда КВН «Спарта» 5,5 балла.
Сборная МФА 5,6 балла. Сборная Дагестана 5,7 балла. Детективное агентство «Лунный свет» 6 баллов ровно. Ну что, игра набирает обороты. На очереди конкурс «STEM». Этот конкурс хорошо знаком всем поклонникам нашей игры. Нам сейчас предстоит увидеть 5 таких мини-пьес. Желательно, чтобы как-то содержимое этих пьес, которые представит каждая команда, соотносились с темой «STEM». «Тише едешь, дальше будешь». Впрочем, я не уверен, что так будет, но понадеемся. Итак, начинаем парад STEM-ов. «Тише едешь, дальше будешь». Сборная МФЮА. Москва-Волгоград. Тема конкурса «Тише едешь, дальше будешь». Другими словами, когда собираетесь делать что-то важное, торопиться не нужно. Ведь потом это уже никак не изменить. Итак, родители уехали на дачу, и парень привел домой девушку. Какой замечательный вечер, а я нам еще чаю сделала. Отличный вечер, 6-я кружка чая подряд. Тебе что, чай ему не нравится? Лен, мы уже год встречаемся. Пора бы добавить к чаю чего-нибудь сладенького. У тебя только одно на уме, все вы мужики одинаковые. Ну иди отсюда, недотрога. Я лучше Маринке позвоню. Алло, Марин, а я один. Жду. Привет, Леш, скучал по мне? Естественно, ты же моя единственная любовь. Это кто? Родители приехали. И что делать? Быстро в шкаф! А ты что, вернулась? Я так подумала, действительно, год уже вместе. И что? Я решила остаться у тебя. Сейчас только пальто в шкаф повешу. Только не в шкаф! Ах, вот оно что! Сладенького он захотел! Все вы, мужики, одинаковые! Единственная любовь, да? Да что за день-то такой, а? Вот было бы здорово начать все сначала. Просто щелкнуть пальцами и все. Какой замечательный вечер, а я нам еще чаю сделала. А ты, кстати, почему чай не пьешь? Да что-то у меня от этого чая щеки горят. Может, сладенького? Заметь, в этот раз не я это предложил. У тебя только одно на уме, все вы мужики одинаковые. Ну иди отсюда, недотрога. Алло, Марин, а я один, жду. Привет, Леш, скучал по мне? Естественно, ты же моя единственная любовь. Это кто? Родители приехали. Я в шкаф. Нет, там найдет. Кто? Неважно, потом объясню, давай под стол. Леш, я так подумала, действительно, год уже вместе. И что? Я решила остаться у тебя. А все, Леночка, я перехотел, не надо ничего. Ну, извини, ну переборщила, ну прости меня, дуру. Ах, вот оно что. А я еще перед ним на коленях стояла, кобель. Единственная любовь, да? Ну так они меня точно поубивают. Попробуем по другому сценарию. Какой замечательный вечер, а я нам еще чаю сделала. А я смотрю, ты чай прям очень любишь, да? У меня скоро от вашего чая голова треснет. От вашего? То есть кроме меня тебе еще кто-то чай делает, кобель? А тебе, Маринка, я вообще звонить не буду. О, Лех, привет. Че, родителей дома нет? Предлагаю по коньячку. Это батин. Да ничего, потом чай туда зальем и все. Чай дома есть? Слушай сюда. Чая дома. Дофига. Еще раз напомнишь мне про чай, я тебе голову откручу. Понял? Да понял. Ты что завелся-то? Родители, что ли, пришли? Давай быстро в шкаф. Зачем? Если батя увидит, как ты его коньяк хлыщешь, нам обоим капец. Привет, Лёш. Ты чё, приехала? Я тебе вообще не звонил. Ну, поэтому и приехала. Ты не звонишь. Я думаю, может, что случилось. Господи. Это кто? Родители приехали. Я в шкаф. Там занято. Ну, тогда под стол. Было. Давай за штору. Лёш, я так подумала, действительно, год уже вместе. И что? Я решила остаться у тебя. Ой, у тебя тут так душно. Ах, вот оно что. Все вы, мужики, одинаковые. Вот почему ты мне не звонил. Не, Армен, ну ты видела... Ты-то за что? Как за что? У него две бабы дома, он друга в шкафу держит. Класс! Да пошли вы все! Какой замечательный вечер! А я нам еще чаю сделала. А вот здесь, Леночка, с чаем ты угадала. Родитель, я в шкаф! Сиди. У меня от родителей секретов нет.
Леша, мы дома? Ой, а это кто? А это суженая моя, Елена прекрасная. Боже, какая красивая пара. Ну, по такому делу можно коньячку. 50 лет его берег. Ну, молодые, будьте счастливы. Тут чай? Да. Друзья, вот так и закончилась эта история. Не пытайтесь что-то изменить, просто будьте счастливы. Сделай шаг и... Продолжаем наблюдать за ходом с тема «Тише едешь, дальше будешь». Версия команды КВН «Спарта», Астана, Казахстан. Тема конкурса «Тише едешь, дальше будешь». Астана – удивительный город. Ведь только там можно, стоя на одном месте, все равно куда-то ехать. Ты что творишь? Короче, эвакуация транспортного средства с человеком внутри запрещена. А это еще нужно доказать, что ты человек. Что ты сказал? Разный раз. Хочешь выйти? Давай выйдем. Ну, раз хочешь, сейчас выйдешь. Алло, Алик, разный раз надо выйти. Приедешь? Ну, приедь, а. Ну, Алик. Ну, Алик, Алик, ты меня подставляешь. Приедешь? Точно? Все, тебе кранты, понял? Алик приедет. Слава Богу. Тоже мне. Вы что, до сих пор здесь? Вот, залез, права качает. А, с начинкой попалась. Да. Ты что, пил что ли? Нет. А ну-ка, дыхни-ка сюда-ка. Что это такое вообще? Дуй-дуй! У нас просто аппарат сломался. Я потом сам на экспертизу отвезу. На! Давай. Как фамилия? Джумадилов. Джумадилов. Сержант, пробу забери. На, держи. О, да, товарищ генерал. Кто? Племянник? Ага. Как зовут? Все, вижу такого. А с этим что будем делать? Что делать? Опечатай и на штрафстоянку. В понедельник разберемся. Какой понедельник? Сегодня пятница. Я вам еще раз повторяю, эвакуация транспортного средства с человеком внутри запрещена по закону, лейтенант. Ты вообще как переаттестацию прошел? А у нас в Казахстане не было переаттестации. У нас сразу нормальных берут. Давай, удачи. Ну, отец, ну, брат, ну, я всего вот 500 метров не доехал. Я к Мадине еду, к невесте своей. Вон ее дом, красная крыша. С красной крышей? Да. А папашу ее как зовут? Вот французское имя, Жерар. Не, Жерар. А, Ришат Маратович. Ах, вот ты какой, милый котик. Кто? Милый котик, Мадина тебя так называет. А вы, простите, кто? Ришат Маратович. Ой, не в ту сторону исчезнуть хотел. Ты мне вот что скажи, котик, у тебя с моей дочерью что-то было? Не-не-не-не, вот только ехал. Что значит только ехал? А что значит что-то было? А ты смышленый парень. Как тебя зовут? Ришат Маратович. Да не меня, а-а-а, шутник. Ладно, отпущу тебя. Котик моей дочери, мой котик. Сейчас трос спущу и... Хорошо-то как. Алик, ты сделал? Я приехал. Потом скажешь. О, хорошо-то как. Папа, ой, Мадина, что тут происходит? Подожди, ну-ка. Так, держи. Ришат Маратович, позвольте попросить руки вашей дочери. Именно так Данияр и Мадина стали мужем и женой. Э, ты кто такой? Давай я за свою дочку сам решать буду, хорошо? Иди отсюда. Данияр, подожди, не торопись. Ты хороший парень. Дело в том, что ровно 25 лет назад мы с моим лучшим другом договорились, что наши дети поженятся.
Папа, ну подожди, мы же... Мадина, не перебивай. У меня родилась Мадина, а у моего друга тоже дочка родилась. Поэтому я согласен. О, Ришат Маратович. Команда КВН «Спарта» благодарит Акима Астаны, Адильбека Джаксибекова. Продолжаем конкурс «STEM» – сборная Дагестана, Махачкала. Друзья, это самая обычная история про самого обычного дагестанца. Итак, над планетой Земля нависла космическая угроза. В это время где-то высоко-высоко в горах. Юсуп Сахратуллаевич, на Землю движется инопланетный корабль, чтобы захватить нас и поработить. Вы должны помочь нам, мы нуждаемся в вас. Вы же знаете, я завязал. Сынок, пойми, возможно, это последний шанс, чтобы в новостях сказали, что дагестанец сделал что-то хорошее. А по деньгам что там? У тебя ИП есть? С рождения. Тогда вот. Сколько здесь? Ну, за сколько кейс продаж, столько и будет. За 1000 рублей возьмешь? Классный кейс. Спасибо. Вперед. Суперсекретный центр по подготовке героев. Повиси, у меня вторая линия. Алло, да, а, кто это? А, нет, не узнал, кто это. Какой хозяин трубки? Эй, я вообще этот телефон на рынке купил у цыган. Эй, не звони сюда. Почему ты еще здесь? Иди пока. Вот эти звуки отработай. Генерал, мне еще нужны 60 миллионов на дорогу. Почему так много? Ну, дорогу же сначала построить надо. Ладно, мы дадим еще, только быстрее, быстрее, парень. Я же сказал, тише едешь, дальше будешь. Немного позднее космический корабль. А я же тебе план не рассказал. Летим на Землю и уничтожаем ее. Какой ты тупой. Доктор Зло, там... Там! Что там? Там-там-там-там-там-там-там-там! Земля в иллюминаторе! Да! Yes! Давай сделаем селфи с землей! Ее же скоро не будет! Эй, забери его отсюда! Ага! Вот я тебя и не узнал, ты кто? Я доктор Зло! А я Юсуп Сахратуллаевич. Гаджет! Я просто вот эту фишку с пальцем еще не придумал. Ах так? Тогда с тобой поговорит мой пистолет. Шучу, а? Сдавайся. Русские не сдаются. Русские, понятно, ты тут при чем? Перед лицом общего врага мы все русские. Ой, цветет калина, не морозь меня. Так, все, тебе конец. Сейчас что? Обломался? Теперь же тебе сейчас что? Что стоишь, дебил, бей! Ассаламу алейкум! Лейтенант Алиев задание выполнил. Возмездие возмезнулось. Возмезнулось. Ты что, меня русскому языку будешь учить, что ли? Ты даже падежов не знаешь. Знаешь,
Не знаешь, я тебе говорю? Знаешь! Парни, парни, хватит драться, вы что? Вы же спасли всю планету! Только о вас по всем каналам и говорят, смотрите! Срочные новости, только что на космическом корабле подрались два дагестанца. Дорогие друзья, к сожалению, сколько бы мы ни старались, всегда найдутся два дагестанца, которые подерутся. И именно о них скажут в новостях. Поэтому мы хотели бы обратиться. Эй, два дагестанца, прекратите драться. Дайте возможность сказать о Дагестане хотя бы что-то хорошее. Сборная Дагестана, спасибо. Сборная Дагестана благодарит главу Республики Дагестан Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова, а также ООО «RSS Production» в лице Рашида Селимовича Сардарова. Тише едешь, дальше будешь. Стэм, амичи. Тише едешь, дальше будешь. А где нельзя торопить события, как не на первом свидании? Итак, представьте, ресторан. Парень пригласил девушку на романтический ужин. А с ней заявилось ее вездесущее женское чутье. Саша, а ты заметил? Кроме нас в ресторане никого нет. Это сюрприз. Я снял этот ресторан только для нас двоих. Тут какой-то подвох. Что-то тут не так. Тань, ты сегодня такая красивая. Спасибо, мне это часто говорят. Кто тебе это часто говорит? Барсик! Я же говорю, он какой-то мутный, разузнай о нем побольше. Саша, расскажи о себе. Ну, знаешь, я закончил железнодорожный техникум, потом долго работал. Все понятно, я пошла, давай без меня. А теперь я зарабатываю 500 тысяч евро в год. Чур, я выбираю футболку утром, а ты говоришь подозрительный, смотри, какой красавец, какой стильный рыжий самолет под носом. Кто это звонит? Блин, опять бывший. Тань, кто тебе звонит? Да ляпни что-нибудь наугад. Это сутенер. Что? Кто? Ну, придумает маску на ходу. Просто он мой папа. Да что ты говоришь? Ты можешь нормально следовать моим советам? А ты можешь меня нормально советовать? Пригнись. Ага, конечно. Что там? Что там? О, я же говорил, пригнись, почему какая? Ты меня конечно, не слушаешь? Да. Я тебе говорю один раз, второй раз, это ля-ля-ля. С кем ты разговариваешь? Саша, ты мне, наверное, не поверишь, но это мое женское чутье. Женское чутье? Интересно, а где мое мужское чутье? Чутье! Это ты про нее сказал? Это он про тебя сказал? Сейчас я ему покажу. Подожди, не бросай меня одну. Да все будет нормально, расслабься. Да не в прямом смысле. Просто сиди и на все отвечай «нет». Таня, а ты единственный ребенок в семье? Нет. То есть у тебя есть брат? Нет. Сестра? Нет. Тань, ты адекватная? Не отвечай! Молчи! В девушке должна быть загадка. А сейчас будет моя самая любимая часть вечера. Тань, почему ты замолчала? Сейчас, сейчас, сейчас. Что-то случилось? Таня! А теперь давай по проверенной годами схеме. Ни с того, ни с сего. В лоб ему как бань! Я обиделась. Обиделась? Но на что? Поехали лучше ко мне. Я так и знала! Вот, вот он чего добивается весь вечер. Нет, мы не такие. Мы к мужикам на первом свидании не ездим. Поехали лучше ко мне. Как вы меня бесите! Хоть бы вас не было, хоть бы вас не было! А-а-а! Да как же вы меня бесите! Ладно, план Б.
Ой, Саша, что-то у меня голова разболелась, я домой. Даня, Данечка, стой, Даня, подожди! Ну почему ты постоянно все портишь? А если бы они полюбили друг друга и вместе прожили долгую, красивую жизнь, а? Че ты? И мы бы с тобой чаще виделись. Ты что, клеишь меня, что ли? Слушай, ну что вы такие все время подвох-то ищете? Ну что, нормальная пара, а не... Ты взял меня клеить. Команда КВН «Амичи» благодарит губернатора Омской области Виктора Ивановича Назарова, а также ЗАО группа компаний «Титан» и лично Михаила Александровича Сутягинского. Дорогие друзья, у нас еще одна мини-пьеса, еще один стем. Команда КВН «Детективное агентство «Лунный свет» Белгород». Друзья, когда в команде КВН играет два человека, очень тяжело объявить стем и не засветить костюм, который будет сюжетом этого стема. Но, как вы поняли, мы нашли выход. Тише едешь, дальше будешь. Эта фраза как нельзя лучше подходит для описания карьерной лестницы в полиции. Два ППСника ночью приехали в парк на задержание, но у них что-то пошло не так. Прибыли на место, начинаем задержание. Тише, тише, ты чё разорался? Сейчас разбудишь его. Как мы его такого здорового в отделение потащим, а? Ну мы ж как-то начальника после дня полиции до дома дотащили. Да тут проще вокруг него новое отделение построить, чем его к нам тащить. Пойдем домой от греха подальше, а? Да какой домой? Это наш последний шанс доказать, что мы хоть чего-то стоим. А то собак мы разогнать не смогли. Чипсы полковнику открыть не смогли. Целый день тогда за беспилотником гонялись, а это оказался пакет. Тебя вон вообще пятиклассник избил. Нифига себе пятиклассник, он мне по грудь был. Что делать с ним будем? Я не знаю, давай на него хлеба накрошим, пусть его голуби заклюют. Слушай, я всегда хотел спросить, а где ты до полиции работал? В милиции. А у тебя ж сын есть? Давай его позовем, он его и разбудит. А почему именно он? Ну известно, солдат ребенка не обидит. Слушай, нас не так много в роду, чтоб русские пословицы проверять. Смотри, давай тогда я сейчас на телефоне поставлю будильник, мы его положим ему, он проснется и уйдет отсюда. Только какую-нибудь мелодию небесячую поставь, чтоб под горячую руку не попасть. Хорошо. Солнышко мое, вставай. Блин, мы еще без телефона остались. Да ладно без телефона, там же в нем фонарик был. Как мы теперь по такой темноте до дома дойдем? Баю, баюшки, баю, не проснись, пожалуйста, не проснись, большая тварь, очень просим мы тебя. Фух, пронесло. Слушай, он уже приходит в себя, нужно принимать меры. Доставай наручники. Мне ж после того случая в зоопарке их перестали выдавать. А, когда тебя мартышка к клетке пристегнула? Да если б только пристегнула. Ладно, давай что-нибудь придумаем нормальное. Смотри, давай выпьем, так сказать, для храбрости. Давай. Ну чё, осмелел? Да, сейчас я ему покажу, кто здесь папочка. Да, не такого эффекта я ожидал. Да что мы с ним вообще церемонимся, мужики мы в конце концов или нет? Да, лучше умереть стоя, чем всю жизнь жить на коленях. Молодой человек, просыпайтесь, пожалуйста. Стэм основан на реальных событиях и посвящен памяти старшего сержанта Филиппа Воронина и его напарника Тимура Бабьяка.
Друзья, что мы хотели сказать этим стемам? Вы знаете, плохо, что в полиции служат такие люди, как мы. И лучше бы в полиции служили вот такие вот люди. Но как хорошо, что и те играют в КВН. Спасибо. Ну вот, друзья, все стемы мы сегодня увидели. Нашему с вами вниманию оценки за конкурс стем. Пожалуйста, судьи, максимум за этот конкурс 4 балла в порядке выступления команд. Сборная МФЮА. Все судьи 3 балла. Из 4 максимальных. Этот же стем. Спарта, Астана. 4-4. 4-3-4. Команда КВН «Сборная Дагестана» Махачкала. Все судьи 4 балла. Стем команды КВН «Амичи». 4-3-3-3-3. И стем детективного агентства «Лунный свет». Все судьи высшую оценку 4 балла. Сумма баллов за 3 конкурса. Амичи 8,0. Команда КВН «Сборная МФЮА» 8,6. Спарта 9,3. Сборная Дагестана 9,7. Детективное агентство «Лунный свет» 10 баллов ровно. Итак, подошло время финального конкурса. Напоследок мы будем петь. Петь будем весело и на одну мелодию. Но, естественно, у каждой команды это одна мелодия своя. Итак, конкурс одной песни играем. И тема его под стать моменту на финишной прямой. Вот, собственно, о чем захотят рассказать или спеть команды, находясь на этой самой финишной прямой сегодняшней игры. Итак, начинаем. Спарта, Астана, Казахстан. Свою песню мы хотели бы посвятить футболу. Но мы не можем шутить над казахстанским футболом, потому что невозможно шутить над тем, чего пока нет. Поэтому позвольте вам спеть песню о сборной, за которую мы болеем не меньше, чем российские болельщики. Итак, недавним событиям вокруг сборной России посвящается. Давай. Ага, давай сейчас давай, расскажем, давай, да? Всю правду. Да. Ой, мама родная, а что нам, футболистам, надо? Немерено бабок и еще столько же вдобавок. Клубы, тачки, не жись, а прикол. Жаль, иногда приходится играть в футбол. По чесноку футбол вообще не наша тема. Вот именно с футболом у нас какая-то проблема. Мы любим карнавалы, отдыхать и веселиться, но почему-то из нас не получаются бразильцы. Да, да, да. Короче, не было бы счастья, но помогло горе. Это я про матч Россия-Черногория. Не успели начать, как какой-то фраер кинул с трибуны Бакимпеева фаер. И, о чудо, судья прекращает игру. То чувство, когда в школе отменили физру. Да. Сидим в отеле, скучно, хаваем суши. Кокорин делает селфи в душе. Широков на приставке тренирует пенальти. А что еще делать в Черногории в марте? Кидаем пивной банкой в коробку из-под торта. Вдруг по телевизору новости спорта. Дисциплинарная комиссия приняла решение засчитать Черногории техническое поражение. У кого пульт, прибавьте звучка. И сборная России получает 3 очка. Меня вдруг озарило, вот оно, конец страданиям. Я тут же объявляю командное собрание. Предлагаю недостаток футбольной техники восполнить нужным количеством пиротехники. Чё? Ну сами прикиньте, расклад таков. 4 фаера — это 12 очков. 12 очков! Да, да, да. Братва заулыбалась, идея греет. Зюба в зените, Зюба считать умеет. Вот тебе спички, давай, Аршавин, Андрюха, поддержи, поддержи, братуха. Поддержи, братуха, поддержи, жи, жи, жи. Поддержи, братуха. Победа за победой, все.
все, как вы хотели. Наш титульный спонсор — фейерверки России. Многие удивились такому сюрпризу, и Киржаков предложил продавать франшизу. Представьте, по Первому каналу нашего телевидения проходит ежегодный конкурс «Евровидение». Выходит выступать российская певица, и вдруг из зала фаер сцена дымится. Зрители в шоке, крики, бардак. И только Аршавин в зале делает вот так. Или представьте заседание ООН. На русскую делегацию крошат батон. Претензии Меркель, наезды Оланда. И вдруг в Лаврова прилетает петарда. Детали происшествия будут замяты. Но через неделю санкции будут сняты. Да. Все догадались, что фаер — это аллегория. Но эта схема не нова в российской истории. Эту тему прохавал полководец Кутузов. Спалил Москву, но спас Россию от французов. Сделай победу из поражения. Оберни провал в очередное достижение. Неважно, кто ты, русский или казах. Главное все делать с огоньком в глазах. Зажигай! Зажигай, Россия, зажигай, гай, гай, гай. Побеждай, Россия, побеждай, гай, гай, гай. О казахах ты не забывай, бай, бай, бай. Зажигай, Россия, зажигай. Астана! На финишной прямой команда КВН «Амичи», город Омск. Друзья, а находясь на финишной прямой игры, понимаешь, что победу может принести, ну, совершенно любая мелочь. Поэтому наша песня про скотч. Сколько песен команды спели, их не вспомнить за день и ночь. Ну, а мы бы вам спеть хотели первый омский хит про скотч. Склеить скотчем, склеить можно все, что угодно. Он понять отцу поможет, где сын, где дочь. Даже горцев различить можно свободно. Кто тут младший, кто тут старший, покажет скотч. Кто тут младший, кто тут старший, покажет скотч. В Голливуде бюджеты фильмов состоят из восьми нолей. В России кино такое обойдется в 500 рублей. Склеить скотчем, склеить можно все, что угодно. Спайдермена снять успели и победить. Человеку, кто придумал вот это чудо, надо памятник из скотча соорудить. Надо памятник из скотча соорудить. Пожар, помогите! Я спасу вас! Если снова над миром грянет гром. Стойте! Вы еще не весь пожар потушили. Тогда на помощь снова спешит скотч. Сейчас, подождите секундочку. Сейчас я найду конец. Скотч кончился! Дорогие друзья, ну а в конце нам бы хотелось сделать небольшие подарки уважаемым членам жюри, но такие, которые сами они бы себе вряд ли купили. Лариса Андреевна, вот вам мы хотим подарить скотч, чтобы вы могли еще крепче соединять все влюбленные пары на вашей передаче. Леонид Аркадьевич, вам двусторонний скотч, чтобы банки с барабана не падали. Дмитрий, для вас у нас тоже есть скотч. Юрий Соломонович, вам, как самому опытному, изолента. Эдгар, знаете, мы думали, что сегодня в жюри будет Константин Львович, поэтому вам достаются ключи от автомобиля S-класса. Кстати, вы его видели, мы его недавно на сцену выносили.
Помощь картонам большая сила, беды с ними нам не страшны, их вести нам необходимо. Канцелярскую мощь страны. Двигаемся дальше. Свою песню на финишной прямой исполняет сборная МФЮА «Москва, Волгоград». Каждый спортсмен знает, что самая сложная дистанция – это... Можно заново? Давай, давай. Каждый спортсмен знает, что самая сложная часть дистанции... Извините, я слова забыл. Ты чё, Серёжа, натворил? Ты как слова свои забыл? Ты всю команду сейчас подвёл. На нет старанья наши свёл. У Эрнста молнии из глаз. Он злился так лишь пару раз на Олимпийское кольцо и на твое лицо. Ты представляешь, чье ты ранил сердце, подвел Первый канал, искалечил людям жизнь, да чтоб тебя крутили лишь на перце. Но это без нас, сам на перце ты вертись. Придет отец, придет и мать, и станут в голос причитать. Теперь, Сергей, ты нам не сын. Давай живем в лесу один. Ах, если б я б тогда могла, уж лучше б суп я родила. Ведь суп не может говорить, а значит текст забыть. Но ты ж не суп, ты человек, Сережа. Как же ты мог КВН так подвести? Здесь бесплатно торговал ты рожей и за добро. Как ты мог так отплатить? Ты сбился с верного пути, пора с достоинством уйти. Ты покажи для всех пример, ведь ты, Серега, офицер. Но я вообще не офицер. Теперь, Сережа, офицер. Бери свой воинский билет и черный пистолет. Сейчас несет себе башку Сережа на радость всем, чтобы не было проблем, и в зале нету где пустого места. Станет веселей, станет радостней всем. Жюри, нахмурившись, сидит, на сцену зло оно глядит. Впервые лысый в КВН испортил настроение всем. Мы понимаем, вы добры, но во спасение игры снимите груз тяжелый с плеч, благословите меч. О, славный рыцарь Юрий Соломонович, мы просим вас нанести первый удар своей рукой могучий очень очень. Сделайте добро, прекратите сей кошмар. Бойся, зритель, это только шутка, с памятью у нас нету никаких проблем, зато представил каждый на минутку, что готовы мы сделать ради КВН. Песня на финишной прямой. Команда КВН, детективное агентство «Лунный свет», Белгород. Лунный свет! Лунный свет!
Друзья, глядя на наш внешний вид, можно подумать, что уже все. Финишная прямая. Вы знаете, так оно и есть. На нашей финишной прямой в очередной раз возник конкурс одной песни. Но мы команда абсолютно не поющая. Но в этот раз нам повезло. Мы нашли ту самую одну песню, которую мы сможем спеть хорошо. Ее исполняет испанский певец по имени Эль Мудо. Вот она. И вы знаете, мы заметили, что эту песню можем спеть не только мы и господин Эль Мудо, но и абсолютно любой человек, находящийся в любом физическом и психическом состоянии. Сейчас мы вам это докажем. И знаете, мы просто счастливы, что радость от приобщения к этой песне вы разделите вместе с нами. Поехали! Эту песню можно петь в любом состоянии. Сейчас приведем пример вам для понимания. Например, вы очень сильно пьяны. Если говорите вы еле-еле или языком прилипли к качели, вы не прошли ни одной аттестации. Ваш IQ равен 15. В любом караоке в 4 утра можно услышать эти слова. Этой песни поймете вы суть, если вдруг начнете тонуть. Этот мотив любит народ, даже прораб на стройке орет. Вы эту песню до этого знали, слышали вы ее на вокзале? Повторяю. Эту песню любят везде, ведь ее поет даже хор МВД. Песню запевай. Нет в этом мире песни чудеснее. Лучше только танец под эту песню. Тимур, ну и как тебе в окружении девушек? Друзья, и в конце, чтобы как-то добавить смысл этой песне, мы посвящаем ее году литературы в России. Спасибо. Спасибо. Официальный банк игр КВН, банк открытия. Банк открытия, в жизни всегда есть место открытию. И еще одну песню на финишной прямой нам предстоит сейчас услышать. Сборная Дагестана, Махачкала. Дамы и господа, дагестанский, по документам государственный, театр оперы и борьбы. Представляет отрывок мюзикла «Горячее сердце». Добрый вечер, уважаемые любители спорта. Мы рады приветствовать вас на чемпионате мира по вольной борьбе. Итак, в финале участвуют борец из России Магомед Магомедов. И борец из Белоруссии Ибрагим Ибрагимов. Мы на финишной прямой. Послушай, сейчас выходишь и через бедро. Понял? Нет. Я как не понял, смотри вот так. Thank you.
Хочу открыть я сокровенный секрет. Надоела мне борьба. Давно хочу пойти в балет. Говорю вам, не тая. Вместо потных тел мужских буду женщин обнимать. Мир сломанных ушей не буду вспоминать. Молчи, ведь это Дагестан. И тут статистика проста. Ты или женщина глупец, или борец. Отпусти и забудь, я борцов не буду больше гнуть. Поднимать балерин — это для настоящих мужчин. Фуэте крутить мне по душе. Пусть бушует родня, я белый лебедь давно уже. Я сильнее своего тренера, послушай чужого. Ахмед, скажи ему. Послушай, парень, борьба спасла мне жизнь. Однажды в мой дом ворвались вооруженные бандиты, а я был на тренировках. Борьба реально спасает. Джигиту не к лицу, почтальникам плясать. Расскажем мы отцу, он вспомнит твою мать. Поймет и мама, и отец, что я танцор, а не борец. В балете кривоногих нет. На них запрет. Все равно я уйду и закончен разговор. Ты силач, ты мужик, значит, ты плохой танцор. Отпусти, губы не мечты. Послушай, тебя никто не поймет. Борьба реально объединяет, а балет «Лебединое озеро» за три дня разрушило Советский Союз. Друг, не сдавайся, я простым был пастухом. И что же теперь? Ну а теперь я очень модным модельером стал. А я был пьяницей, теперь я сомелье. Спасибо вам, друзья, мечту мою спасли. Вставай, да, вставай! Вставай! Кубань России! Тренер! А? Такой стрёмный сон приснулся! Давай, растерзай его! Дорогие друзья, каждый дагестанец хотя бы раз в жизни мечтал надеть пуанты. Потому что мы любим очень пуантоваться. Боритесь за свою мечту. Сборная Дагестана, спасибо. Дорогие друзья, вот, собственно, и вся борьба на сегодня. И первый четвертьфинал подошел к концу, и всех участников его я с удовольствием приглашаю на эту сцену. Пожалуйста.
Уважаемые судьи, перед вами стоят те, кто в течение сегодняшнего вечера пытался и вам в том числе поднять настроение. Черед ваш ответ игравшим сегодня командам. До оценок. Итак, Эдгар Запашный, пожалуйста. В самое начало игры хотелось про Дагестан сказать что-то хорошее. Дагестан, браво! Конечно, все мы открыли сегодня творчество господина Эльмуда. Надеемся на его скорейшие концерты. Послушать весь альбом. Русские действительно побеждали всех, а казахи сегодня победили кого надо. Спасибо. Леонид Якубович. Каждый раз непредсказуемо, что будет потом, потому что сегодняшняя игра – это почти финал. Я даже не представляю себе, что может быть лучше, чем сегодня. И, как мне кажется, лунный свет поразил совершенно, как обычно, просто невероятно. Но, тем не менее, я присоединяюсь к Эдгару. Дагестан, браво! Мне кажется, мы были объективны в своих оценках, и, как вы правильно сказали, возмездие возметнулось. Спасибо. Лариса Гузеева. Я давно не испытывала столько счастья и радости. Просто с первых минут это было что-то невероятное, фантастическое. Ну, конечно, парни из Дагестана и лунное агентство украли мое сердце. Вы невероятные, вы невероятные, вы такие умные, вы такие тонкие, вы такие огромные, просто, не знаю, столько в вас всего, и при этом необыкновенная легкость. Спасибо вам огромное. Всем спасибо, но вы... Всего вам желаю самого прекрасного. А я сейчас стою и думаю, в каком образе на следующую игру придет... Дмитрий Нагиев, вам слово. Я хочу сказать, что такие выступления, как сегодня были у дагестанцев, они войдут в историю. Это вот, это золотой, золотой фонд номеров КВН. Будь проклят, это Эльмуда. Потому что опять они нам в головы вбили эту хрень, да? Опять на несколько дней. Я хочу сказать не о тех, у кого все сегодня получилось. Я хочу свои слова поддержки сказать тем, у кого не все получилось сегодня. Вы согласитесь со мной, что очень важны эти слова поддержки. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Юрий Гусман. Вы знаете, действительно была игра замечательная, интересная, веселая. И я хотел сказать, что отзоры здесь не тихие, а отзоры здесь, наоборот, замечательные. А этот мюзикл может войти в историю нашего русского мюзикла как реальное произведение. Но что выразить всю эту... Спасибо большое. Но что выразить глубину наших чувств, всего зала, я предлагаю все вместе спеть эту песню, которую они нас могут научить. Это будет красивый финал. Юрик, мы настолько тебя все, без исключения, любим, уважаем, что мы хотим дать тебе одному возможность. Да. Да. Саша, именно так. Я так и задумал эффектный конец. Но как в отличие от у меня нет слуха, задумал, в отличие от них. Поскольку у Юлии Соломоновича нет, кроме меня, друзей здесь больше. Иди сюда. Давай, мочи. Юлий Соломонович. Спасибо, спасибо. Я все, что мог, сделал для вашей карьеры. Да, все, что могу, спасибо.
Громадное спасибо нашим уважаемым судьям. Вне зависимости от оценок, громадное спасибо всей сегодняшней пятерке. Это уникальная пятерка, как выяснилось в конце нашей сегодняшней игры. И тем не менее, уважаемые судьи, оценки, исходя из максимума в 4 балла, а конкурса песни на финишной прямой. Прошу ваши оценки. Спарта, Астана. 4-4-4-4-3. Команда КВН «Амичи». 3-4-4-4-3. Команда МФЮА. Москва-Волгоград. 3-4-4-4-4. Команда КВН «Детективное агентство «Лунный свет». Все судьи 4 балла. И песня на финишной прямой. Сборная Дагестана «Махачкала». Вновь все судьи 4 балла. Спасибо вам громадное, уважаемые редакторы. Итог сегодняшней игры. Итог игры. Команда КВН «Амичи» 11,6 балла. Сборная МФЮА 12,4 балла. Команда КВН «Спарта» 13,1 балла. Сборная Дагестана 13,7 балла. Детективное агентство «Лунный свет» 14 баллов ровно. Дорогие друзья, мне приятно назвать команды, которые стали полуфиналистами высшей лиги сезона 2015 года. Итак, это команда КВН «Спарта», Астана, Казахстан. Это команда сборная Дагестана, Махачкала. И победители сегодняшней игры — команда КВН «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород. Ну, собственно, все. Мы увидимся с вами на следующих играх, где все будет выше и сильнее. Спасибо. Пока.